Руководство Центрального рынка в Красноярске заявило, что не намерено выполнять решение районного суда и закрывать здание 23 декабря. В ближайшее время представители рынка собираются подать апелляцию в Краевой суд. Рассмотрение дела может затянуться. Напомню, строению больше 40 лет, к нему давно были претензии со стороны проверяющих. Здесь не выполнялись требования для продажи продуктов питания. По словам юриста компании, управляющей рынком, трещины в полу и стенах, о которых говорят в Роспотребнадзоре, не влияют на качество хранящихся товаров, так как являются микроскопическими. Тем не менее, ремонт все же запланирован. Дальнейшая судьба здания будет зависеть от решения суда высшей инстанции. После 23-го, я вам больше скажу, что мы и в декабре, и в январе продолжим работать. Ну, предположительно, в Красноярском краевом суде дела рассматриваются месяца по полтора. Ну и там, пока дело придет в районный суд обратно, районный суд выпишет исполнительный лист, направит его приставам. Приставы в течение 5 дней возбудят исполнительное производство, дадут 5 дней для добровольного исполнения решения суда.